еще я всеми своими поступками, всеми своими действиями в любом случае за Мишу. У нас просто общая цель. Я в любом случае действую только во благо. И потому что не могу действовать по-другому, это просто моя природа. Поэтому если, например, сначала кажется, что я что-то делаю против, это только лишь, так скажем, это если смотреть с низкой стороны. Если подождать время и оглянуться назад, посмотреть на ситуацию уже другими глазами, станет ясно, что это было за и ради. Так что верь мне. Кстати, я очень важную информацию получаю, когда пересматриваю эти видосы. Очень важную. Мне это очень помогает. Кстати, несколько раз замечала, у Миши есть такое свойство, он может просто, так скажем, замереть в этом мире, да? Просто не двигаться, скажем, но он настолько внимательно слушает, это как бы мне знакомо такое состояние, как бы я часто сама в таком состоянии прибегаю. Вот такое немножко магическое состояние назвала. Очень классно, короче. Кто его знает, тот знает. Ну ладно, а мы говорим, а